там сейчас. Блин, а тут вы проверяли сигнал? Нет. Почему? Вроде идет. Идет. Не помню, что не помню. Thank you.
Дирижер Андрей Лапин. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В исполнении оркестра прозвучал музыкальный каламбур Анатолия Крова. Наша сегодняшняя встреча с вами посвящена музыкальному празднику. Дело в том, что каждый год в третью субботу марта отмечается Международный день баяна, аккордеона и гармонии. Придумал праздник в 2009 году известный русский баянист Фридрих Липпе, музыкант, искренне преданный своему инструменту. А кафедра баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных поддержала эту инициативу. С 2010 года праздник проводится во многих крупных и малых городах, от Москвы и до Владивостока. Волгоградская филармония и оркестр русских народных инструментов также с большим удовольствием отмечают этот праздник. Тем более, что в составе нашего оркестра традиционно выступает российский аккордеонист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, двукратный чемпион мира по аккордеону Александр Полилуев! Антонио Вивальди, «Гроза», третья часть концерта «Лето» из цикла «Времена года». Солист Александр Полилуев, дирижер Андрей Лапин.
Александр Боевой, город Ростов-на-Дону. Дорогие друзья, в честь Международного дня баяна и аккордеона прямо на ваших глазах родится необычный дуэт аккордеона и флейты пана, созданный по инициативе солиста оркестра Андрея Лапшина. Томмазо Альбинони адажио исполняет Александр Паилуев аккордеон и Андрей Лапшин флейта пана.
А парный концерт для баяна с оркестром, третья часть, солист Александр Майлуев.
орден заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Иванцова, дирижер концерта Андрей Ламин. Батюшка Дону Ростова, это матушка Волга в пути, все она своим сердцем объемлет. Ей 20 и 1000 лет. Песню русскую, русскую землю так люблю, что и слов больше нет. Анатолий Лебедев, слова Александра Галича и Бориса Ласкина. Добрый вечер, а что это значит? Из кинофильма «Дайте жалобную книгу». В сопровождении оркестра поет лауреат Государственной премии Волгоградской области Наталья Долголева. Красно стало времечко, разного царя.
без родимого, да, девчонки, приходили бы тихо, да, поисплачивали, и не рвать, и не рвать. Thank you.
спрячься хочет. За бока баян берет и щекочет их. Щекочет, отдышаться не дает. Кнопки пальцами считает, раздвигает плавно мех. И оттуда вылетает музыкальный звучный смех. Виктор Гризин, озорный наигрыш, исполняет дуэт Даниил Терещенко и Виктор Герасимов. Thank you.
на тему песни Никиты Богословского «Московский извозчик», солист Даниил Терещенко. Звучало 10 баянов, представителей 7 оркестров России. Продолжая фестивальные традиции, сегодня в исполнении солистов оркестра Даниила Терещенко, Виктора Герасимова и Александра Пайлуева звучит сказ о Тихом Доне Вячеслава Семенова.
Александр Терятина, Даниил Терященко, оркестр «Русский караоке» с инструментом имени Николая Калинина, дирижер Андрей Лапин. Концертную программу оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина, посвященную Международному дню баяна, аккордеона и гармонии. Второе отделение нашей программы открывает праздничное попурри. Композитор Денис Черта, исполняет оркестр дирижер Андрей Лапин.
исполнении оркестра исполняет дуэт Александр Байлуев – аккордеон, Дмитрий Асасатуров – саксофон. Thank you.
основа. Солист Александр Пэйлвиф. Солист Сергей Хлынов, флейта Пана.
И вновь я хочу пригласить на эту сцену непревзойденную лауреата всероссийских международных конкурсов Александра Байлуева! Браво! Александр Горенский. «Молдавская рапсодия». Thank you.
Александр Паяловик! Дорогие друзья, я просто пару слов скажу об этом празднике. Вот сегодня считается день баяна или аккордеона, но я честно скажу, у меня этот день начинается с утра до вечера, иногда с вечера до утра, и у моих соседей. Я думаю, что у музыкантов то же самое происходит. Поэтому с праздником, у нас этот каждый день праздник. Шаляпина, арии из опер, народные песни, дирижер программы Андрей Лапин. Мы ждем вас 25 марта в 17 часов в этом зале.